Здравствуйте! В эфире основные политические новости дня. В студии я, Эльчин Рагимзаде. Началась волна арестов активистов партии «Реал». 30 мая началась волна арестов активистов партии «Реал», проводивших накануне акции в центре Баку, посвященной официальному празднику – столетию Азербайджанской Народной Республики. Однако полиция задерживает активистов не за организацию несанкционированной акции, а по надуманному обвинению в сопротивлении полиции и хулиганстве. Так, сегодня утром активист «Реал» Эльмин Хамза был арестован решением суда на 25 суток за невыполнение требований полиции. Как сообщил Туран, член Меджлиса партии Натик Джаферли, также другой активист Растун Бахшалиев, сегодня был доставлен в 26-е отделение полиции Ясамальского района. Его дальнейшая судьба пока неизвестна. Кроме него, полиция забрала в отделение еще двоих активистов партии. Судя по всему, их также обвинят и подвергнут административному аресту. Напомним, что накануне вечером на 30 суток был арестован член Меджлиса партии Азер Гасымлы. «Я не могу сказать, что говорил Путин об Азербайджане», – так сказал Пашинян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что в Сочи 14 мая на саммите Евразийского экономического союза была очень приятная атмосфера. «Я думаю, что для этого этапа у нас сложилось очень хорошее личное отношение с Владимиром Путиным, которые со временем станут только лучше. Мы говорили только об армяно-российских отношениях и о многосторонних отношениях в рамках ЕАЭС и в рамках договоров организации ОДКБ. Но мы не говорили о тех вопросах, которые имеют отношение к отношениям Армении и Евросоюза, Армении и Соединенных Штатов и третьих стран», рассказал он в интервью журналистке Жанне Немцовой. Пашинян также отметил, что на встрече с Владимиром Путиным обсуждал также тему карабахского урегулирования, в частности, тему поставок оружия Азербайджану со стороны России. «У нас было конструктивное обсуждение по этому поводу. Я не могу сказать, что говорил об этом Путин». Говоря о том, почему в случае с Арменией Владимир Путин не вмешался в происходящее в стране события, Пашинян отметил, что Армения – это Армения. Я думаю, что главная особенность нашего государства в том, что мы очень трепетно относимся к нашей суверенности. Отвечая на вопрос о том, почему он миролюбиво говорит о российском руководстве, в отличие от многих других лидеров гражданского протеста, Пашинян отметил: «Я обо всех говорю миролюбиво». Сокар и Статойл подписали два нефтяных контракта. Сегодня государственная нефтяная компания Азербайджана «Сокар» и «Статойл Азербайджан», входящая в состав норвежской группы «Экуинор», подписали рисковый сервисный контракт на разработку месторождений «Карабах» в азербайджанском секторе Каспия и соглашение о долевом разделе продукции по разработке месторождений «Данулдузу Ашрафи Айпара» в азербайджанском секторе Каспия. Документы подписаны президентом «Сокар» Равнагом Абдуллаевым и исполнительным вице-президентом по разведке месторождений группы «Экуинор» Тимом Дотсоном. Разведочное бурение на месторождении «Карабах» планируется в текущем году. В соответствии с действующим рисковым сервисным контрактом, установка платформы на месторождении и первая добыча ожидается в 2021 году. На должность гендиректора ЭТВ претендуют семеро. Завершился прием документов кандидатов на должность гендиректора компании общественного телевидения и радио ЭТВ в связи с преждевременным прекращением полномочий предыдущего главы структуры. Как сообщили репорт в Национальном совете телевидения и радиовещания, на должность гендиректора ИТВ претендуют 7 человек. Аббасов Рауф Музафароглы, Аббасов Сабухи Мубаризоглы, Мехралиев Шафак Акивгазы, Мехтиева Рагиля Ибрагимгазы, Халилова Гаранфиль Алигазы, Гараев Садык Гурбаноглы, Гасымов Балакиши Алекпероглы. На этом все. Всего доброго. До завтра.